Убери от меня свои культяпки! Дай разобраться! Мы не прятаться должны, а со злодеями бороться до победного! Ты неадекват! Сам такой! Рожденному летать, не коже ползать. Я личность спорная, но свободная. А вот ты, Эдди, реально терпила. Хватит. Но сколько можно тебе повторять, когда я на работе, ты сидишь тихо и не высовываешься? Это тебе не шутки. Можешь проявить хоть капельку уважения. Капельку уважения? Хорошо. Благодарю. Кассиди отличный материал, верно? Верно. А вот и нет. Почему? Потому что ты его закосячишь. А, теперь ясно. Опять меня из-за им достаешь. Я по ней скучаю. Я согласен. Сказал неудачник. Я ему башку отгрызу. Слышь, полегче на поворотах, счастливчик. С возвращением, Эдди Брок. Я частенько думал о тебе. Чего тебе, Клетус? В смысле, зачем тебе именно я? А затем, чтобы передать на волю мое сообщение. Я хочу подбодрить моих преданных фанатов. Ну а взамен я тебе отдамся. Что? Сюжетно. Слышал, в журналистике у тебя дела не очень. Поэтому подобного рода эксклюзив поможет тебе взлететь. Не спорю. Обыватели обожают маньяков. Я выдам все секреты только тебе, Эдди. Сколько же там кровище? Почему мне? Ты мне нравишься. Хорошо, по рукам. Я записываю. Лишь собор кафедральный я вижу во сне. Надломленный ангел живет во мне. Вот мое сообщение. Конечно, не вопрос. Только в чем смысл этого шиза Хоку? Напечатай. И получишь эксклюзив. Пруха пошла. Счастливо, Эдди. Спасибо. Спасибо тебе. Реально псих. Thank you.